Знаешь, не от меня, а от мамы. Сколько раз просила познакомить. Что, прямо сейчас? А что? Да неудобно как-то. Еще вчера российские СМИ сообщили трагическую новость. Ушла из жизни актриса Валентина Малявина, у которой на счету было больше 40 ролей. Особенно она полюбилась зрителям благодаря картине «Иваново детство». А еще ее помнят как первую супругу известного актера Александра Збруева. О том, что артистки уже нет с нами, сообщили на сайте Союза кинематографистов. Не стало Малявиной еще 30 октября. Причина ухода не сообщается. Ей было 80 лет. Последние годы она прожила в специальном пансионате для престарелых. Валентина полностью потеряла зрение в 2001 году. Никто ее не навещал, детей у нее не было. Напомним, замуж за Збруева актриса вышла в 59-м. Вместе они прожили 4 года. Сегодня артист прокомментировал уход бывшей жены. Цитата. Она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась. У нее от огромной радости, которую она испытывала в жизни, произошел такой перелом, когда она падала и падала в бесконечную яму, в какую-то пропасть. Трагедия перевернула всю ее жизнь. Какое-то время не было доказано, что это именно она сделала этот поступок, но потом, через 5 лет, вернулись к расследованию и признали Малявину виновной. При этом в течение этих 5 лет она продолжала сниматься. «Я ее давно не видел, и, по-моему, ее никто не видел. Она жила в специализированном доме престарелых, к ней никого не пускали, это было ее желание», — признался Збруев сегодня. Напомним, в 78-м году любимый Валентины Станислав Жданько был обнаружен без признаков жизни. Через несколько лет Малявину приговорили к 9 годам лишения свободы, признав ее виновной. После того, как она вышла на свободу, еще снималась, но все коллеги от нее отвернулись, с ней не разговаривали и не смотрели в ее сторону. Не было никаких предложений о помощи. При этом свою причастность к тому трагическому случаю Валентина отрицала, говорила, что это все подстроено.